Этого котика вчера нашли на улице. Отвезли в клинику. У малыша кальцевероз. У малыша сломана челюсть. Это девочка, кошечка. Сломано бедро и таз. Пока проходим реабилитацию, чтобы хоть немножечко поправиться и можно было оперироваться. Несколько дней просто капаемся. А там, как врач скажет, можно ли делать операцию или еще выжидаем. Вот так у нас пока дела.